Вот фрукты и овощи магазин. Здесь овощи. Ой, прохладненько, на улице уже жарко. Да, вот это овощи. А, вот дальше овощи. Здесь клубника. Много клубники. И черешня. Не очень много черешни. Вот наверху. Ну-ка я тут попробую. Тамара, значит, телефон принесли помидоры. Попробую здесь. Вот такую темную выбрал. По 8. Здесь она, да, просто уже не первый день. Вот здесь слаще. Ну, давай возьмем, значит. Набирай. Вот отсюда можно лед набрать. А это вообще мелкое. Тоже 200. Вот это цветное ящика бери. Давай вниз опущу, чтобы тебе удобно было. Вот клубника. 140. Слушай, 140 за килограмм. А ты ее пробовала? Или ты покупала тут уже? Я покупала тут, но она уже, смотри, она уже именно, наверное, в тот день получше была. Сейчас смотри, полугневая уже. Ну, бери черешню хоть. Так, пока выключу, потому что уже неинтересно дальше. Слушать. Все, купили черешню здесь. Что, Люк, куда дальше идем? Ну, посмотреть тебе шаурму-то. Кого посмотреть? Шаурму! Че кричишь? Я не глухой. А что 10 раз переспрашиваешь? Потому что не слышу. Ну, значит, глухой. Вот, а здесь кинотеатр. А это, а хлеб старый надо покупать, а? У нас же там что-то пышка и вот такой хлеб надо, есть. Надо, наверное, все... А, да, мы же зернышками, помнишь? Все. Я забыла. Вот такие летчики здесь. Гастроном? Тут типа нашего магнита ульяновский гастроном. Ага, шаурму я же хотел, где-то, да? Где-то я тут видела, и что-то я сейчас не пойму, где. Все готово там. Кого, да, видела? Ну, шаурму. Вот она написана. Где? Ну, то, тут она что-то 250 рублей. А ты по 200 брал. Съезди в Севастополь. Может, туда поехали тогда? Вот мне кажется, пошли, а? Валут еще. Мне кажется, я вот там где-то видела, там была круглая эта самса была еще там. Вернее. Самса? Да. Вот где-то там что ли теперь. Все, понял. А. Лаваши. Так, пить хочу уже. А в гостинице холодильник и квас. Живой. Живого воображения. А вот тут кофе Люда пила, я чай, и тут всякие сладости, сладкие всякие плюшки. Вот справа автовокзал, или как, автостанция, рыночек там небольшой, маленький совсем, поселок маленький. И вот от нашего отеля, это их не главный отель, а где мы живем, это просто еще дополнительно. Шаурмы нет, самса только. А. Вот сюда мы еще не ходили вверх, не смотрели. А я тогда себе круглую самсу куплю. Что? А я тогда себе круглую самсу. Ну, бери что-нибудь. Ага. А ты будешь вот или здесь тогда там шурму возьмешь? Не знаю, а что тут? А самса сам... есть круглая, да? Вот это, там даже... Да, там это есть. Угу. Две штуки. А почему? 120 рублей, я верю. А вот этот тандыр, вот этот сам, да? Да, тандыр. Вот тандыр. Ну что, самсу будешь или шурму? Блин, ну не знаю. А что? А самса что там? Ну там мясо, и с чем она? Мясо. И все, больше там нет, да? Мясо. Лук есть там. Ага. Черешня. Угу. Ну не, я... Не хочешь? Не. Одну. Так, Люда там пока самсу покупает. Вот черешня. Вот черешня. 200, да? Да, да. Так. Они разные вот эти? Ой. А знаешь, даже разные цены. Разные. А цены какие? 200 рублей. Да, да. Так, меня, знаете, как у меня вот так, 20 рублей я попробую найти. Сможете дать? Или карточкой? Дальше. Давайте, давай, карточку.
А это сочная. 50. Ага, сочная. Белая, светлая? Вот это. Она сочная, вот это. Она крупная, такая плотная, да? А вот это красная, она мельче. Мельче. А что у нас? А вот. Ну, туда сразу есть. Мельче, что? Попробуйте кушать. Дай-ка, что? Но она не настолько сладкая. Я просто до этого пробовал. Не, пока не это. Пока не берем. А сколько стоит? Это инжир? Это 350 рублей. Мы в магазине сейчас брали. Мне такую большую нужно связку. Вот там магазин дальше, овощной. Мы там взяли. Она сладкая. Может быть, это... Там слаще. Если они привезли свежие. Вчера уже вот я... Ну, вчера половине дня она была не... Ну да, она не очень свежая. И клубника тоже самое. Нет, там надо свежую. А это чувствуется свежак. Ну, понятно. Там тоже 200, да? Но утром конечно. Даю черешню каждый день. Вот такой вот рыночек здесь. Клубничка. Клубничка. 200 рублей. Ну тут килограмм будет, наверное. Это лоток, да. Килограмм 200 рублей. Маленький лоток 100 рублей. А, вот такой 100 рублей. Да. А вот этот лоток 200, да? 200, там, кило 100 в этих пределах. Взвешивай. Почему? 200 за килограмм. 200. Это уже грунтовая кулерия. Берите, пробуйте. Можно попробовать? Да, можно. Берите. Ладно, что будет, то будет. Который нагреет, да. Лёд. 4500. 250. Сладкая. 250. Угу. Ну, дороже. Но сладкая. Чёрт. Говорю, клубника. Угу. Сладкая. Но дороже. Ну, давай туда иди ещё сначала. Или что? Вкусная. Да давай возьмем. Давай. Сразу, давай. Давай. Большой лоточек, маленький? Нет, давайте маленький. Большой. Маленький? Молодцы, мы не съедим еще. А у нас что, еще есть? Ну, уж и завтра, последний день уже. Угу, да, ага. Давай. Сейчас, подождите. Вот так вот. Опа. Да. 114. Вот арбузы уже появились. А вот еще черешни. Угу. О, это уже прям темная, первая. Темная. Да? Я уже вижу, она сладкая да такая. Спасибо. Почем черешня? Черешня 300 такая. Люда. Ага, ну давай такую. Почем она? 300 такая. Здравствуйте. Опять дороже. Почему? Она не будет. Спасибо. Я не буду просто пробовать. Давай возьмем. От себя. Да я поняла, я ее люблю. Вон он с тобой. Да. Черешня, конечно, дорогая. Сколько возьми? Ты не знаю. Здорово. Просто еще это надо съесть. Он темную прям дал. Очень. А, тут, а вот эта вишня темная. Сейчас я попробую не темную. Вот не темная. Ну, кислее. А темно-красная. Просто сладкая. Ну, короче, тут... Ты лук купила, Люд? Нет. Вот лук ялтинский сладкий. Это сладкий лук. Вообще без горечи. Баклажаны, перец. Короче, ну все есть, что... Все, что надо. Кабачки. Вот тут черешня есть. Да, вот а 200. Лук сколько стоит? 250 килограмм. Молодец. Черевишня. Давайте. Да вот то вишня? Мы просто уже уезжаем завтра. Черевишня это как? Вот так. Мы такой не кушали? Нет. У нас есть черевишня. Это рекламный... Вишня скрещенная. Это рекламный ход? Ну или... нет. Ну вообще, ну правильно, если это косточка вы с косточками скрещивают. Яблоко прививают. А води ее, Зай. А, ну да, там на одном дереве могут эти... Попробуйте. Ее любят, потому что она крупнее вишни. Такая же сочная вкусная. Нет, там слаще была. Ну я попробую ради интереса. 250. Вот черри. Приятно было с вами общаться. Блин, черри вишни. Тут у вас некуда мусор кидать плохо. У нас все есть. Пробуйте, я вот сюда положу. Хорошо. Вот так вот. А это что?
это черешня. Сейчас я вот ту черевишню. Пробую черевишню. Это черевишня. Мы купили уже, да? Угу. Но мы черешню там купили. Я понял. Так, клубничку желаю. Она сочная. Я же сказала. Она сочная. Черешня? Сочная. Угу. Она прям сочная. Клубничку желаю? Я не буду пробовать. Не будешь пробовать? А вы у меня вот эту попробуйте. Черевишня, она сочная. Вы взяли члена, белую? Я не хочу. А я сейчас все пробую. А что девушка поздно захочет? Она боится. Я просто не мытая не ем. А? Не мытая не ем, говорят. Ну, может, нектаринчики уже персики, он абрикосы. Нет, я бы все и того а попробовал. Да? Ладно, будем знать. Вот я бы черевишню попробовал. Ну давай чуть-чуть возьмем. Вот немного просто. А это другое. Взяли. А это что? Вы же уже это попробовали. Вот это, да? Да. Черевишня. Ну. Давайте мы немножко возьмем, потому что ну, сразу столько съесть невозможно. Ну да, оно лежит, пропадает. По чуть-чуть. Дай мне скушать, на море пойдем. Пойдемте. Вот клубничка. Бахчисарайская. Нет. Нет, просто она такая. Домашние есть вдруг соленькие огурчики. Так, мне столько не надо. Я прям слышу, что немножечко. Потому что мы уже взяли. Ой, дыни как пахнет. Мое кушать отдельно. Чуть клубнику не свалила. Ё-моё, запах. Запах дыни вообще. Вот такие маленькие. Маленькие. 150, можно? Первый можно размер. Можно чуть-чуть отложить? Ну, да. 150. Мне просто все равно таких нет сейчас купюр, да. А, есть вот. Так. Давайте на 100. Люда вот в сторонке тоже стоит спиной. Спиной передатчик, приемник закрыт. Как ее слышно, не знаю. Она тихо вообще говорит. Я поэтому сейчас на микрофоне у нее выставил плюс 3 уровень. Ой, тихонечко. Давай мне что-нибудь. Лук еще, да? А я уже купила. Все, Вова загружен как, я не знаю кто, не буду говорить. Все, идем домой уже, надо уже кушать и отдохнуть хоть. Уже жарко, жарко очень. Идем домой. Так, теперь шаурму еще купить, да? Да ладно уже. Ну а как ладно? Я себе купила самсу. Ну давай, ладно. Давай, ладно, разоримся. Вот вчера в Севастополе за 200 рублей не захотел шаурму. Сейчас за 250 будем брать. Вот тут машины, что проехать. А вот тут, наверное, тоже. Надо останавливаться, пропускать. Стой. А к нам на стоянку через вот этот проезд, вот он, который часто закрывают уже. И вот сюда прямо мимо кинотеатра, вот там вон машина впереди стоит. И туда левее стоянка уже. Ну, может, так домой и пойдем сейчас? Че? Я думала, тут тоже есть шаурма, нету. Нету, да? Вот, назад идем. Прокат каяков, рыбалка с лодки, рыбалка с каяка. Короче, развлечения на любой вкус. Я хотел под воду погрузиться с аквалангом, но штиля никак нету. Все время волна. Инструктор сказал, волну они не погружаются. Ну, с неопытными, с новичками. Я вроде как первый раз. И, наверное, так не дождемся. Ну, вот теперь тут очередь. Теперь очередь. А тут крутится. Что? А, это у них одно и то же. Один ларек. Так, гляну я сюда. Ресторан Сова. Сова. Вот домашняя кухня. Семиз. Вот Валберис в Крыму есть тоже. Даже здесь есть. Вчера мы в Симферополе, в Севастополе видели. Интересно, от Люды сигнал проходит. Сейчас на приемнике гляну. Да, проходит. По индикации видно. Сигнал идет. Как кто-то там что-то говорит, я не знаю кто. Но ее сигнал идет. А мы за углом находимся, то есть я камера, приемник. Между нами расстояние метров
15, наверное, будет. И она еще и за зданием находится. В Астрахани сигнал постоянно, вот в парке Аркадия мы гуляли, постоянно пропадал. Вот сейчас в прямой видимости она. Все, я понял. Лед. Ну что? Да, уже ему... А? Очередь. А. Значит, стоишь, да? Стоишь. Как дела? Один хорошо. Обычный. Хорошо. Материал. Чем занимаешься? Два, вот стоит. Тебя жду. А настроение как? Да ничего. Илюша уже заказал. А вон тоже кафе какой-то. Ты сейчас это... Нет, слушай. Я говорю, он тоже кафе какой-то. Ну да, тут Валберес есть. Да, я видела. Вот там? Да. А вот тут еще вон сова из ресторана. Да, да, да. Ладно, пока ждем. Ну, хочешь ты иди, пока разгружайся, ждем. А я куплю и приду. Я пока пойду. Ты хочешь ну, иди? Ну, мы же тест делаем еще. Ну, ты, все. Ты молчишь. А, ключ-то у меня. Да, ну, а ты молчишь, говоришь. Я буду стоять тут в очереди. Стой, разговаривай, все. Ну, самого собой. Ну, читай что-нибудь там. Пикалка не работает. Стих какой-нибудь читай. Худок в луке. Пицца, пепперони. Интересно, вот эта сова. Пить вообще хочу, невозможно. Потому прям. Что сейчас холодненького кваса. Девушка в кофейне. С холодильничка прям. Наверное. До дома тут совсем здесь чуть-чуть. Что-то. Не до дома, а до отеля. Хорошо. Совсем рядом. А тут, как назло, очередь. Вот елка. Что ж такое? Приходится ждать. Приходится ждать. А они еще как-то не быстро. Ну, они работают. Вот, да не говори, что-то так а вот делает что? Эту. Шаурма. Вот это как вот это называется, вы делаете? Шаурма. Вот шаурма. Вот такая. Да. Вот. Да, что там да. Только нету в шаурме. Вот вчера в Севастополе мне очень понравилась шаурма, а здесь я еще не пробовал. Вот, большая. Просто я не слышу, вон его. Большая 20, по размеру. 13-17, я не пойму, что, напиши смс. Да, тут большие шаурмы. Да? Да, толстые такие. А, еще, сейчас она будет маленькой, да? Нет, она будет маленькая. Их еще поджаривают? Ну, конечно, там же. Я ж никогда не видел. Вот, сейчас ее под пресс. Типа прогрелось мясо сегодня. Это и внизу горячее, и сверху горячее. На сухую, да? Там что, огурчики, да? Капуста молодая, маринованная морковка по-корейски, огурец, лосось. Хорошо, сейчас попробуем. Вот. Очень аппетитно. И начинки прям много там. Порции большие. Только вот ждать не люблю. Долго ждать, когда устанешь, еще и жарко. Так, ладно, пока ждем, я опять выключу камеру. А вот Люда уже полезла за кошельком, наверное, уже сейчас ее очередь подходит. Нет, еще не подходит. Ждем дальше. Что-то молодой у ребят карта не может. Мы все равно начнете нам одну готовить. Даже так долго никак не это. Что? Ну что там? Что-то там не проходит ничего. Что-то кому-то не везет. Что-то кому-то не везет. Ждем шаурму. То есть не шаурму ждем, а что-то у них оплата и у нас не проходит. Мы не пробовали еще, мы что? Ничего не заказывали. У вас что-то не палатки, да? Терминал у вас не работает. Так, ну, наличками заплатим. Шаурму одну сделайте, пожалуйста. Да, конечно, я бросил. Просил бы, давайте нам заранее. Я понял, я шаурму две. Вот так вот карточка, где-то у них что-то не проходит, и все. Все, я пойду, пока и капец. Вот, наличка есть, и проблем нету. Может, сюда подставить. Наличка есть, проблем нету. О, мы ж так долго и так ждали. Это понятно, но делать все. 7-8 минут. Ждать? Да.
ну что ж такое? Они ж грели, вот он делал. Иди туда в номер или давай я пойду, а ты жди. Ну что такое-то? Ты... Что, снимать хотел? Да. Мы же тест проводим. Давай я что-нибудь попишу. Мы же тест проводим. Ну ладно, я пока держу еще. Еще пока терпимо. Еще сказали 7-8 минут. Или 8-10. 7-8. 7-8 минут. Ждем шаурму. Вот делает женщина шаурму. Мне. По-моему, мне. Это вы нам делаете шаурму, да? Ага. Вот я показываю, как делают шаурму. Вот. А, чтобы, ну, может, кому-то захочется, придет сюда, покушает, закажет шаурму. Пусть приходит, у нас вкусно. Вот. В Севастополе очень вкусно. Вот я смотрю, тут хорошая порция получается. Нам реклама будет. Спасибо. Вы попробуйте сначала. Ну, вот я говорю, да, в Севастополе кушал, понравилось. Вот теперь запекается, поджаривается. Осталось только подождать. А что Люда молчит, интересно? Люда, что-то устала. Люда, расскажи что-нибудь. Что тебе рассказать? А я подальше отойду, чтобы это... Ой. Понять, как Ой. Далеко тебя слышно. Ну, все. Ну... Подайте. Да, последние деньги на шаурму отдали, теперь как жить дальше? Так ты положи что-нибудь перед собой. Шляпу, шляпу. Положи, сейчас на шаурму тебе накидают. Тебе, кстати, быстрее накидают, чем мне. Почему? Мне надают, а тебе накидают. А мне поднадают. Скажет, вот конкурент какой-то тут появился. У кого? Ну, кого-нибудь тут у местных. Может, это чье-то место прибыльное такое. Пить хочу, я не дождусь. Ты хоть когда... солнце отойди, в номер. Я отошел подальше, чтобы тебя понять, как слышно будет. Ну вот, я говорю, я слушал так через плеер ролики, что снимал. И там все было, и Люду слышно, и кто рядом с Людой был, слышно. Я так не видел, чтобы голос прерывался. Просто в DaVinci в программе, когда закидываешь туда материал, и на аудиодорожке видно по пикам аудиозаписи, где есть сигнал, а где есть провалы. Вот. А здесь у меня в ноутбуке с собой программы этой нету. И понять, есть ли там провал или нет, я пока не могу. Так вот просто прослушиваю, ну, на перемотке сюжетно. Вроде везде слышно все. Вот. А в Астрахани сигнал пропадал. Хоть в квартире я снимал, хоть в парке Аркадия. Не знаю, с чем это связано. Здесь вот, где мы по поселку ходили и на Плато ездили. Вчера по Севастополю гуляли. Там везде, везде нормально сигнал проходит. Я не знаю, может из-за сетей Wi-Fi. Хотя здесь тоже сети Wi-Fi есть. Вот моя шаурма уже готова. Моя шаурма уже готова. Да вот я и смотрю. Не говорите. Вот, вот. Момент близится, близится момент истины. Люда, бери шаурму мою. Спасибо. Спасибо. Так. А теперь сейчас мы ее попробуем. Внимание. То есть я попробую и скажу, стоит брать ее, не стоит. Осталось дойти нам только до номера. Здесь как в этой, в маленькой Италии. Маленькая Италия, да? Узенькие улочки. А вот если туда вверх, по поселку пойти еще, там вообще, мы как-то поехали на машине, там вообще в притирку. Там две машины вообще не разъедутся. Ехала встречная машина, и ему пришлось назад сдавать в какой-то проулок, чтобы я проехал. Вот. Что, пойдем отсюда? Ну, а? Пойдем мы отсюда. Через парковку. Через парковку. А нам что, машина нужна? Ну, можешь вот кинуть вещи. Ага, а потом, если на море идти опять в машину за вещами? Ну, а так ты их в номер потащишь. Там только сейчас вытащить купальник. И все.
Так, вот мы поднялись. Вот она и парковка. Вот, а мест валом. Ого. Можно машину перегнать как раз. Перегони. Можно машину перегнать. Так, сейчас перегоню машину. Нормальное место. Давай, Миша. И продолжу запись. Так, переставил машину. Нормально. Места освободились. То полный двор был. И вот здесь территорию отеля. Вот сюда можно зайти. А можно, вот, как я говорил, с той улицы подняться по ступенькам, и там первая калитка. Оттуда можно зайти. А с парковки вот так вот код нажимаешь и заходишь. Здесь такая площадка. Кушать. Здесь мангал. Печка-мангал. Здесь кухонька. Ну, я уже показывал в других этих роликах. Там отдыхающие живут. Вот здание. Мы в этом живем. Тут бассейн. Бассейн. Володь, подожди, я на кухню зайду. Так, Люда на кухню зашла. Люда зашла на кухню. Вот я заодно показываю. Это брать с собой или тут холодильник? Возьми с собой в тот холодильник. Там у нас ближе холодильник, а потом будешь бегать сюда. А то, что лежит под пульте. Это шаурма. А, это сейчас прыгаем. Кушать будем. Все понятно. Вот. Можно обмыться в бассейне. Вот, цветочки цветут. Вот такие ступеньки спуск. Вчера я купался и позавчера купался здесь тоже. Вот. Добрый день. Здравствуйте. Как водичка? Мусор нанесло. Не, холодно. Холодно? Морская 20, это еще тепло. Угу. Ой, хорошая. А вы купали сейчас? Нет, я не купаюсь. А, в бассейне купаюсь. Из-за хлорки, да? Да. Так, у меня разрядилась батарейка. И пришлось вот тут сейчас поменять. Идем дальше. Здесь тоже помещение. Вот можно оттуда было зайти к нам. Мы с тыльной стороны заходили. Через бассейн, через кухню. Вот поднимаемся сейчас в номера. Вот там бассейн в окошко видно. Девчонки просто загорают. Они говорят, в бассейне мы не купаемся, потому что там хлорка. Вот второй этаж. Поднялись. Что-то прям уже усталость, да, Лид? Да мы шли 2 часа с этого пляжа. Да, далеко, конечно, далеко мы сегодня забрались. Очень долго шли, очень вот. Долго везде заходили, это прям застрелиться. Открывается дверь карточкой, так, и вот свет. А что свет ты не... Света. Свет, итак. Владимир, положу. И тогда включается свет. Так. Ну что, без карточки свет не горит. Уходишь с номера. Дверь закрываешь, и везде все тухнет. Вот это плохо. Можно кондер включить на свое отсутствие. Ну, для этого, наверное, сделано. А так вот свет загорается с карточкой. Такой вот номер. Обалденный номер. Номер обалденный. Просторный. Тут панорамные окна на всю стенку. От стены до стены. Вот такой вот. Вот за той скалой мы купались. Вот море. Как на ладони. И тут балкончик еще. А здесь гору Айпетри видно отсюда. И вот он весь поселок здесь на виду. Так, ну все, на этом тест заканчиваем. Тест, обзор, прогулка по поселку. Кому-то, может, интересно будет. Люда уже отошла, что-то она молчит. А, здесь ва, это душевой. А, она уже выключила свой микрофон, все. Так что, ну, мы по дороге шли,
слышно было, где от нее там сигнал идет, где от меня. Так что, но она что-то мало говорила, не знаю, устала, наверное. Ну все, всем удачи, пока-пока.